Добрый день, любители рыбалки. Ну что, мы снова на речке. Только забросился. И уже начала клевать рыбка. Там пару карасей поймал. Одного карпчука. Все очень даже неплохо. Будем смотреть, что будет дальше. Клюет. Вера, по-моему, карп. Знаешь, Сереж, да, это самый пацак, а? По-моему, карп. А, не, не надо. Гирлянда, мать твою! Офигеть! Офигеть можно! Я думал, карп! Червячка захотел, голодный попался, блядь. Красавчик. Ну давай. Видишь? А ты говорил, нету клёва. Опять дуплет. А таранька за хребет. Какая благодать. Погода просто прелесть. Ни ветра, ничего нет. Просто класс. Ну, по такой погоде и клёво, конечно, тоже нет. Нам хорошо, а рыбе не очень. Кстати, пацак второй сезон служит. Верой и правдой. Классная штука. Доброе утро. Ну что, ночь закончилась, наступило утро. За ночь взял одного карпика. Ну и десятка, наверное, два карасей. Подлещики были. Ну, посмотрим, что нам даст утро. Все, ждем.
Слушай, вот он наш улов. Пару карпиков. Где второй? А вот он. Карась, подлещик. Ну ничего, нормально. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи.